Приветствую всех зрителей моего канала. Сегодня я расскажу, как сделать из двух понижающих трансформаторов один повышающий. Вот, к примеру, у меня есть трансформатор TS-163. Он заводской, на мотке. Вот, он имеет две катушки. Это первичная обмотка, включается в сеть. Имеет также две вторичных обмотки с разными отводами на разные напряжения. Вот, к примеру, если на выводах 5,5 штрих, здесь будет 6 вольт. На шестых выводах у него получается 10 вольт. Вот, 10 вольт нужно мне для второго трансформатора. Он тоже силовой и понижающий. У него первичная обмотка 220 вольт, и со вторичной выходит 11 вольт. Я его включил в обратном направлении, то есть подал напряжение на вторичную обмотку. Вот с выводов 6. Вот я рассказываю только про данный трансформатор. Все разные. Я только про свой говорю. И вот с 10 вольт, немножко на вольт меньше, чем надо, на выходе уже получаем больше 200 вольт. Вот по такой схеме. Вот как это выглядит. Вот он, трансформатор. Здесь выводы 1 и выводы 3. Это перемычка. Вывод 1 подает сетевое напряжение. Здесь перемкнут вывод 4. Вот, и с вывода 6 я снимаю напряжение на вторичную обмотку второго трансформатора силового. Вот, если его включить в сеть, выводы 1-2, как положено, то на вторичке у него будет 11 вольт переменки. Я сейчас подаю 10 вольт на вторичку. Из первички будет сниматься уже анодное напряжение высокое. И также данный трансформатор TS-163 еще имеет два отвода по 7 вольт, которые можно использовать, к примеру, для накала ламп. Но придется поставить ток-ограничительный резистор, потому что 7 вольт это многовато. Ну, сейчас я продемонстрирую, как это все работает. Сейчас я его включу и замерим напряжение. Включил, даже накал загорелся, подключил лампу просто к 7-вольтовой обмотке, потом буду управлять это напряжение с помощью резистора. Так, и замеряем напряжение, вот что подается на вход трансформатора. Сейчас я измерю, попробую как-то. Просто это сделать. Вот сейчас вся шкала прибора на 30 вольт показывает по верхней 10 вольт. Это 10 вольт подается на вторичную обмотку. Она сейчас работает как первичная. И переключаю напряжение на 300 вольт и попробую замерить уже на бывшей первичной. Так, замеряю. Вот на первичке мы видим 210 вольт выходит с трансформатора. И при этом еще сохраняется напряжение первичной обмотки, низковольтное. Точнее, не первичной. Но в данном случае она уже первичная получается в трансформаторе, потому что он работает в обратную сторону на повышение. Также есть низкие напряжения, можно взять
этой матке 6 вольт. Я сейчас покажу. Здесь ровно 6, если для накала ламп недостаточно. Вот показывает 6 вольт. Ровно этого мало. И вот то, что подаю. Здесь 10 вольт. И вот эти обмоточки остались, которые буду использовать для накала. Они показывают ровно 7 вольт с одной катушки и со второй катушки. Вот таким способом можно сделать анодно-накальный трансформатор, используя два силовых понижающих. Всем спасибо за внимание.